Всем привет, и я нашел самый легкий демон Geometry Dash на данный момент, по крайней мере. В общем, прошел я его, как вы видите, за одну попытку, и я в душе не ебу, как этому чуду дали демон. Ладно, погнали. Да и вообще, в принципе, я удивлен, как это рейтинг, потому что это просто отвратительно. Ладно. Большинство частей здесь авто. Ну и есть кораблик, вот этот, где нужно... Да в принципе тут ничего не нужно, просто кликать и пройдется. Это настолько легко, что просто не передать словами. Кстати, этот уровень еще очень короткий. Вот, он длится где-то, ну, плюс-минус 50 секунд. Вот, там нужно было кликнуть, и здесь, все. Уровень пройден. Я не знаю, что еще можно сказать насчет этого. Но вот, я вам показал самый легкий демон в Geometry Dash на данный момент. Спасибо за просмотр, пока.